Здравствуйте, меня зовут Дон Доплома. Вы смотрите гороскоп Зорхай на ТВ. Сегодня 10 апреля, понедельник, 19 лунный день. День благоприятен для людей, родившихся в год лошади и собаки. Очень хорошо в этот день делать добрые дела, совершать подношения Бнацан и Ламам, проводить обряды Далгаваха, Жабты, устроить праздник, играть свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду для благих и мирных дел. Неблагоприятный день для людей, родившихся в год мыши и свиньи. Нежелательно в этот день проводить невестку, отдавать дочь в невесты, покупать домашних животных, а также проводить похороны и поминки. Отправляться в дорогу к разочарованию задуманной не получится. Стрижка волос к удачному знакомству. И помните, есть вершины, на которые непременно надо подняться. Все остальные лучше обойти стороной. Крупнейшее сельскохозяйственное предприятие Бурятии приглашает на работу ветеринарных врачей, зоотехников, слесарей КПА и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильный заработок, доставка служебным транспортом, система корпоративных льгот. Работай на своей земле и получай достойно. Восточно-сибирский свинокомплекс «Сибагра». Офис улица Терешковой, 3Б. Работа в УЗ «Бряни» Заиграевского района.